Уникальный для Украины метод выявления рака шейки матки на ранних стадиях внедрят в Киевском консультативно-диагностическом центре. Крупнейший в стране центр активно работает, в том числе и благодаря помощи благотворительных фондов. Подробнее об этом в нашем материале. Этот аппарат необходим для выявления рака молочной железы на ранних стадиях. Это дает женщине, когда выявили патологию, избавиться от нее и забыть про нее, про эту патологию, как про дурной сон. Таких аппаратов в центре два. Этот несколько лет не работал из-за поломки. Сердце этого аппарата является рентгеновская лучевая трубка, которая стоимость ее составляет где-то около 300 тысяч гривен. Дорогую запчасть для центра приобрели в благотворительном фонде «Возрождение». Я очень благодарна за то, что вы нам отремонтировали маммограф, и мы сейчас смотрим и выявляем на ранних стадиях рак именно молочной железы. Теперь врачи могут каждый день обследовать в два раза больше пациенток. Нам вот сейчас фонд «Возрождение» дал сертификат на 60 тысяч долларов, подарил, да, для того, чтобы мы поставили все полностью наблюдение по центру, потому что очень много краж, очень много всего. Уже много лет фонд курирует десятки больниц и диагностических центров по всей Украине, говорит глава «Возрождения» Владимир Мунтян. И также мы работаем и с другими онкологическими центрами, помогая с химиотерапией, с лекарствами, с оборудованием. Также мы детские дома, которые сегодня, особенно дети с ДЦП. Это всегда было нашей мечтой. Даже тогда, когда у нас не было такой возможности, у нас не было денег, мы все равно что-то делали всегда. И мы мечтали помогать, во-первых, посмотреть вокруг, что сегодня происходит конкретно в нашей стране. Да? Люди социально не защищены. Мы считаем, что мы должны делать все возможное, чтобы помочь сегодня людям, чтобы делая какие-то дела, мы видели реальные результаты. Сейчас в Киевском диагностическом центре готовятся запустить и новый метод скрининга рака шейки матки. В Англии, во Франции, в Италии и во многих странах мира, в Канаде, уже вообще не знают такого диагноза, как рак шейки матки. Это для женщины, ну, это все, это полностью. Каждая женщина пройдет, и мы начнем полностью это делать для города Киева. Скрининг позволит выявлять заболевание на самых ранних стадиях благодаря своевременным анализам и эффективно лечить его. Новый метод надеются запустить уже в ближайшее время. Это позволит спасти тысячи жизней, уверены здесь. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер.